планета Земля огромна. И совсем не удивительно, что иногда здесь встречаются странные места, которые, кажется, были созданы инопланетянами. И сейчас мы вам расскажем о 10 странных мест на Земле, в существование которых сложно поверить. Скала «Разрезанное яблоко», Новая Зеландия. Это довольно странное горное образование расположено у северного побережья южного острова Новой Зеландии в заливе Тасман. Оно состоит из гранита и выглядит как разрезанное на две части яблоко. Из-за необычной формы это образование популярно у туристов. Можно подъехать сюда на лодке, чтобы рассмотреть природное чудо поближе. Точная причина раскола неизвестна, однако, по заключениям специалистов, он является естественным. Водопад Анхель, Венесуэла. Возможно, это наиболее известный пункт назначения, которого главный герой мультфильма «Вверх» стремится достичь в своем летающем домике. Анхель – захватывающий водопад в Венесуэле. Его высота 979 метров. Водопад расположен в национальном парке Канайма, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Он назван в честь летчика Джеймса Инджелла, который первым пролетел над водопадом. После его смерти в 1960 году здесь был развеян его монумент Бузлуджа, Болгария. Вершина высотой 1441 метр, на которой расположен памятник, находится в Балканских горах. Здесь в 1868 году произошел последний бой между Османской империей и болгарскими повстанцами. Памятник был создан в 1891 году, чтобы увековечить память о битве. К сожалению, он пришел в негодность и стал жертвой вандалов. Семь гигантов, Сибирь, Россия. Эти скальные образования еще известны как Мунь-Пупунёр. Огромные каменные столбы расположены к западу от Урала в Троицко-Печорской районе Республики Коми. Легенда гласит, что монолиты когда-то были гигантскими людьми саами, которые шли уничтожать людей-мансийцев. Но шаман случайно уронил свой бубен и превратил их всех в камни. Большая голубая дыра. Белиз. Это гигантская воронка у берегов Белиза, глубина которой около 120 метров, а диаметр около 300 метров. Она была сформирована в ледниковый период, когда уровень воды был значительно ниже. Обнаружил это удивительное место Жак-Ив Кусто, который регулярно погружался в него, чтобы исследовать глубину. Шампейн-Пууа-Тапу, Новая Зеландия. Этот горячий источник расположен в Новой Зеландии. Он образовался 900 лет назад в результате геотермального извержения. Так его назвали потому, что в воде обнаружено большое количество углекислого газа. Купаться в бассейне с шампанским нельзя, ведь температура воды составляет 75 градусов. Газовый кратер Дарваза, Туркменистан. Дверь в преисподнюю. Природное газовое месторождение возле деревни Дарваза, Туркменистан. Огонь, который горит вот уже более 40 лет, не появился естественным образом. Советские инженеры разрабатывали в этом районе добычу газа, но земля под буровой машиной рухнула в кратер. Опасаясь, что из дыры будут исходить ядовитые газы, ее подожгли, надеясь, что газ сгорит. Процесс продолжается до сих пор. Монастырь Гнездо Тигрицы, Бутан. Гималайский буддистский храм Гнездо Тигрицы расположен на скале Парадолины в Бутане. Он был построен в 1692 году. Грозного вида монастырь и окружающий его комплекс находится на скале высотой более 3120 метров. Несмотря на труднодоступность, сюда можно добраться пешком или на ленивом муле. Кладбище самолетов. Аризона, США. Сухая пустынная среда идеально подходит для медленного распада военных самолетов. Утрамбованная земля является отличной парковочной поверхностью, которая не нуждается в специальной обработке. Самолеты хранятся до тех пор, пока они не станут металлолом, пригодным к переработке. Шипрок, Нью-Мексико. Скала Шипрок находится в округе Сан-Хуан, штат Нью-Мексико.
Ее высота около 600 метров. Этот монолит – остаток древнего вулкана. Племена Наваха издавна называли скалу окрыленной камень и считали ее священным местом. Понравилось видео? Поставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.